В преддверии Дня Победы в Карачаево-Черкесском региональном отделении Всероссийского общества слепых прошел праздничный концерт. Это мероприятие проводится каждый год. Представители организации общества слепых исполнили песни военных лет. «Катюшу», «День Победы» и другие композиции слушал и наш корреспондент Мурат Джанкёзов. Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит павших за Родину. Но время не властно над памятью людей разных поколений. В этом году, 9 мая, салют прогремит в честь годовщины Дня Победы уже в 76-й раз. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Наступает минута молчания. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто самые почетные гости праздничного концерта, известные в республике, прошедшие всю войну от начала и до конца, ветеран Великой Отечественной Хамид Канаматов и жительница Черкесска, труженик тыла Зоя Плешкова. Для них звучат песни военных лет. Это святой день, святой праздник для нас всех, для всех поколений практически. И мы отдаем дань тем людям, которые, благодаря которым мы сейчас живем под мирным небом. Все-таки празднуем эти знаменательные дни. Девчонка медичка спасала от смерти чужих сыновей. Известны одной тебе цены бессонных ночей. Девчонка медичка. Молодому поколению я как старожил, как участник от начала до конца войны настоятельно прошу, не переступая закон, послушно быть патриотом своей великой Родины. Труд человека – это основа основ. Нам, нашему поколению досталось, еще были детьми, под 12 лет, и уже у станка стояли. По окончании концерта участники возложили цветы к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мурат Джанкёзов, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.